Деньги на безопасность. Муниципалитеты Ямала до конца текущего года получат около 18 миллионов рублей на обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения за общественным порядком, сообщается на официальном сайте правительства округа. Конкурсный отбор муниципальных образований в соответствии с представленными заявками провела специальная комиссия. Ноябрьск на эти цели получит более 5 миллионов рублей. Для информации, в нашем муниципалитете уже как несколько лет установлен автоматизированный программный комплекс «Безопасный город». Это 32 видеокамеры, размещенные на оживленных улицах и в местах массового скопления людей. В настоящее время с их помощью за безопасностью в городе следят полицейские.